Здрасте, братанчик, братан, корешок, корефан. О, что у тебя тут есть? Классно, вообще. Сейчас я... Спасибо. Выручай. Слухаю вас уважно. Я тебя тоже уважаю. Значит, такая история. Я Сергей Круглик. Витаю. Не, не Виталик, Серега. Доброго дня, Сергею. О, это я понял. И тебе не хворать тоже, значит. Тут такая история. Я знаменитый украинский шансонье. Я не... Вот. Значит, ну ты слышал, наверное, мои песни. Вот эти вот кореша, кореша не помогут ни шиша. Или мусора из Кирова завалили Сиова. А, хопша наша. Вибачте, але не чув. Слушай, ну как так? Я же 3 раза с хопша наша выступал на дне МВД. Меня же на радио Шансон каждый месяц по ночам крутят, а? А, вибачте, але я не слухаю радио Шансон. Чё, ты вообще в маршрутках не ездишь даже? Ну, не суть, короче говоря. Тут такая история, значит. Я же пою, как все нормальные украинские шансонье, песни на русском. Вот. А у них там на радио появились эти жмоты. Ну, боты. Или кроты. Мабуть, квоты. О, квоты, точно, квоты. А у меня сейчас выходит новый альбом. Называется «И по желтому снегу догоняла погоня». Да. Очень мощный альбомчик такой, понимаешь? Вот. И, значит, чтобы его разрешили крутить на радио, нужно записать его на украинском. Украинскую? А я как сказал? Погано. Ну, не суть, короче говоря. В общем, мои украинские песни нужно перевести на наш украинский язык, короче говоря. Ну, то идите до перекладача. Навещу вам композитор. Ну, мне же не просто нужно перевести. Мне нужно еще положить, так сказать, на музыку. Вот текстики, вот, вон, посмотри-ка. Слушайте, бачу, на литературу вы уже поклали. А что вам заважает покласть еще и на музыку? Ты сюда. Ты это давай, не выёрничай давай. Шансон он борзых не любит. Вы мне погрожуете? Не, попереджаю. Краще размовляйте російською. А. Бо вы своим попереджаю уже болючо зробили. Ну, споем. Давай. Ну, добре, добре, добре. Давай. Ага. Вот из первого альбома сразу же давай вот это, да? Он бежал от конвоя по полям с сорняками. Одразу спробуем. Ну-ка. Хтось бежит по Руси, по пшеничному полю. Погоди, родной. Где тут пшеничное поле-то было, я не понял. Разумеете, в Украине нема полів, де щось не росте. Якщо вам не подобається пшениця, ну хай буде рапс. Чи соя, але так, щоб бур'янин. Да при чем тут бурьяны? Где конвой? Конвой куда дел? Разумеете, в Украине тюрьмы с подвищенным комфортом. Я вам даже проробити текст так, что ваш герой біг не з тюрьмы, а навпаки, в тюрьму. И в руці тримав сертификат у СІЗО. Зараз так модно. Сертификат у СІЗО? Угу. Знаешь, куда мне его братва засунет после этого пения? Сдогадываюсь. Добрый, давай. Дали. Второй куплет давай. Там, где мать его ждет,
Дерепейник цветет. Ага, добре-добре. Поспішав він до мами, де калина росте між хатами. Какая нахрен калина? Ти откуда взял ее? Красиво. Ви бачили грона калини? Эта калина у нас с тобой над могилой будет расти, когда мы это споем. И две ромашки. Ты можешь переводить нормально? Я не понимаю. Просто переводить. Я намагаюсь не просто робити переклад, а так, щоб вас розуміли українці. Давай нормальную, пацанскую попробуем. Пацанскую давай, давай. По Московскому проспекту добегу я до Советской, там рукой подать до Ленина. А прогуляюсь по Дзержинской и к Скотовского-Курицкой. И дойду я до Есенина. Тарарам! Я такий варіант. На проспект піду Бандери, через парк пенсіонерів. Там ще трохи і Франка. По Шухевича пройдуся, на Шевченко розвернуся. І піду по Чорноволая. Придумывала. Ты можешь просто переводить. Вот просто переводить и все. Ну, вот добрый. Простую песню. Да, добрый. Я всегда был за колючкой. За колючей, за колючкой. За колючкой всегда был. Я перепрошу. А колючка це знов рослина якась? Не, это провок. Колючая такая, над тюрягой. А, ну добро, добро. Я завжди був задротом, задротом, завжди був задротом, 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 задротом. Ти що, охренел, що ли? Це наступна пісня? Це остання пісня буде, якщо я таке спою. Це прямий переклад, як ви просили. Слушай, это... Доканчивай з прямим перекладом. Ні-ні-ні, ну, поспробуємо ще. Давай вот эту вот. Давай вот эту вот нормальную давай. Ой. Я обещал, что только раз пойду на дело. Пойду на дело только раз. Раз, да еще раз пойду на дело, только раз я. Добро. Я обещав, що тільки раз піду на справу, піду на справу, тільки раз. Я піду раз, я піду раз, я піду раз, я піду раз, я піду раз. Ви що робите? Такої пісні мені в шансоні делать нечего. Слушай, може ти можеш хоча б от названня пісень переводити, а? Ну, давайте. Вот смотри, вот это вот. Эй, мент поймал меня и сделал свое дело грязное. Можешь? Ну-ка, как будет? Эй, мент. Нормально, хорошо. Спивмал мене и... Да, и все, хватит. А то ты сейчас что-нибудь опять. Ну, добрый. Давай, блатняк попробуем, чистый такой. Наш родной. Скипершнули ствол, граблями на нары погоняю. А шконка штырит, как муфлон, и следак меня шпиняет. Чё сидишь-то? Ну, переводи как-то, я не знаю. За хвіркою ганок Ганза гуляє, в мештах під хмарами когут хиляє. Это чё за художественная самодеятельность? Что-то я ничего не понял совсем.
А ви думаєте, я щось зрозумів з вашого шпиняя? Це не в перекладі справа. Це вже філософська прірва. Ну, тут... Ладно, давай, вернемся к лирике. Давай, нормальный. Толян, родным теперь ты стал мне здесь, братан. И не скучай, сидеть осталось, сколько дней ты подсчитай. Толян. Я прошу вас слово в слово. И ничего даже не придумывай. Толян, знаешь, что такое-то? Толян, ну. Ти рідним мені став, братан, і не сумуй, залишилось сидіти, скільки днів, ти підрахуй, Толян! Толян! Ти що, з ума зійшов? Толяна підрахуєм назвати? Ти знаєш, хто це Толян? Це не я, це переклад слова в слово. Ви просили. Все, заканчуємося слово в слово. Давай художній перевод. Я так і пропонував вам. Давай, аналоги іскати, давай. Вот эту хотя бы, давай. І по білому снігу, як серая стая, зика уходили. Под свист вертухаев. Підхоплю. І по білому полю, наче з гая вовки, додому до хати поспішав колектив. Странно, конечно, у тебя все как-то. Вроде тематика та же, а смысл ты весь переменил как-то. Розумієте, українська мова не передбачає агресії. Стрьомно. Так ми за день не управимося з тобою. Мені здається просто, що самі теми, вони відірвані від української реальності. А вони нікого не зацікавлять. Так ти зацікавлюй. Вот этого давай, вот смотри, номера блатные, пацаны крутые, на руках часы у них, сука, золотые. А опача да опача, а бабки-то откуда? А опача да опача, а бабки от верблюда. Оце гарна пісня. Так, про депутатів в нас люблять. Да? Так. Ну-ка. Але я пропоную отакий приспів. Опача, опача, звідки ля монети? Опача, опача, а вони з бюджету. Ха! Добре. А бюджет – це типа общак? В Україні, на жаль, так. Ну, хоч щось по-чоловічески. Слушай, а може, взагалі ти мені підкажеш, як зробити так, щоб всі мої пісні прям цепляли нашого українського слушателя? Ну, а є у вас... щось ліричне. Є ліричне. Зараз душу вирву просто. Полковник устало глаза опустил. Он знал, кто на зоне посылку открыл. От матери сыну не вернулся ответ. А он письма читал и хранил свой секрет. Оце зайде. Слухайте продовження. Затримка на тиждень, а може надава, чекають батьки від синочка листа. Чому не приходить до них листоноша? Секрету нема тут, це ж Укрпошта. Клас! Красиво! Так ти пойми, мені ж нужно про воров, про бандитів, про зеків. А, про крадіїв. Ну, зараз, може так... Ну-ка. По етапу поїзд мчиться, в ньому їде керівництво. Керівництво Укрзалізниці. Єс. От така тепер реальність. Злодіям не треба ховатись, бо від всього можна відкупитись. Супер! Срок мотать за винос хати. Їдем з кумом по етапу. По Сибірі там, де нет дорог. А ветер дует прямо в харю, и мороз уже запарил. Будь ты проклят, сука, прокурор! Ха-ха-ха!
Із Херсона в Запоріжжя нас везуть по бездоріжжю. Гупають колеса і мотор. Да. На машині не доїдем, далі з кумом пішки підем. Шлях би тебе трафив, автодор. О, гарна. Автодор — это такая крутая банда, да, у вас? Сама крута в Украине. О, круто. Вот. Слушай, а ты говорил, не получится, а? Вот ведь, посмотри, ну, беру тебя в дело, короче. Ну, уж мы этот шоу-бизнес перевернем. Mm-hmm. Ну-ка, вот это сможешь? Чики-пуки, ноги в руки, не умрем в тюрьме от скуки. А тут я одразу аналог. Только? Чики-пуки. Зараз. Ой, лузі калина, ой, лузі калина, 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 чубарики, чипчики, калина. Вот сейчас ты прям что-то все испортил сразу. Какие чубарики, чубарики? Ты еще смешариков в шансон притащил. Ну, це народна творчість. Українці, вони ж співають... По душею. Ось послухайте. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, в край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і мусарня мене в край села в автозак прийняла. О! А тепер зараз всем разом вместе. Поїхали! І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя в дорогу дала.